Я себе возьму это. А, Юлечка, еще какие-то вопросы, а то я тебе... Да, хорошо. Вот есть какой-нибудь наиболее яркий... Есть какой-нибудь наиболее яркий вот боевой эпизод? Вот вообще на вашей территории были какие-то боевые действия? Вот на территории, конечно же, были, да? Обязательно. Ну вот. Можете сейчас вспомнить какой-нибудь яркий эпизод, который вы стали свидетелем? Ну, эпизод какой? Когда немцы отогнали от Москвы, я говорю, когда наша граница стала по Оке, она проходила, Ока, Тульской области и Орловской области разделяется рекой Окой, в том направлении, значит, на Кривцово туда и туда. И, значит, в 41 году был мороз, уже начало, это декабря месяца, вот. Они мерзли, они были одеты слабо. И их там отогнали от Москвы, вот когда Сталин, он не ушел из этого, из Кремля. Вот вы битву-то смотрели, там и лыжники, и конница, и их очень большие потери. И они установились, Тульская область наших, а немцы тут. Побитых было очень много, особенно в районе Кривцова, Фатнева, когда первый, это 41 год, декабрь месяц. Вот. И они, значит, укрепились. Ну, какие эпизоды тут были? Вот. Они стали, значит, даже в дома приходить с хозяевами. Значит, мы жили в деревне, домик. Значит, я маленькая, сестренки были, они постарше меня. Они нас загнали в угол на печку. Отца моего, он старичок, значит, заставляли топить и прочее. На нас налетали наши самолеты, и же вечером со стороны Тулы бомбить вот эти вот, значит, объекты. Но они не знали, какие объекты там. Много я видел танков, значит, танки вернулись. А когда их погнали, они морозовые, злющие. Пан, давайте картошку, но они по-своему, ну, понимаем, пан то-то были. Вот этот... Они потом усмирились, коменданта это сделали в деревне, и по старосту выбрали, полицаи вначале из числа русских, и, значит, облагали как налогом, чтобы ты дал бы картошки им на кухне и прочее. Но нам есть нечего было. И там переселенцы были, ребята. И где немецкая была кухня, ну, мы пацаны с банками консервные, и к ним туда. Некоторые нальете. Супчику там или что, а некоторые банкой запустить. Но этот 41-42 год, а в 43-м году как раз так началось освобождение нашей русской земли, и наши пошли наступления. Вот, направление Болхово, направление, значит, сюда на Орел, там деревни, значит, Городище, Сивково, Кривцово, Фатнево. Там сильнейшие были бои. А вот можете там